Сотрудники городской и районных администраций, а также представители муниципальных учреждений осваивают навыки волонтеров. В рамках первого уровня обучения занятия посвящены идее и смыслу олимпийского движения. Волонтеры проходят подготовку по специальным программам и участвуют в тренингах. Добровольцы узнают об истории, философии и ценностях игр, а также знакомятся со спецификой спортивных объектов и деталями соревнований. Тренинги проходят в игровой форме. Сегодня говорили об уникальности олимпийской столицы и что дает проект в целом для развития курорта. Целью его является командообразование единой команды волонтеров, которая будет обслуживать Олимпийские игры. Но для нас, для муниципалитета, это еще и важно тем, что эти навыки, эти принципы по тому же командообразованию, они потом будут пролонгированы в деятельности наших бюджетных учреждений, наших подразделений администрации. Впереди добровольцев ждет специализированное обучение. Осенью пройдет тренинг под названием «Моя работа», где волонтеры будут изучать все вопросы по специфике своей деятельности. А в январе добровольцы познакомятся с объектами, где будут работать на протяжении всех главных спортивных стартов. Отдельный тренинг еще будет проведен для лидеров волонтерских команд. В целом обучение направлено на достижение главного результата. Игры в Сочи должны стать лучшими за всю историю олимпийского движения.